Кротовые норы, шарик вырывает, крота ищет. Прямо около дома. Кроты. Огромные кроты. Скотенка. Вот он как. Запах-то идет. Да его тут уже нет давно. Он уже на 10-м корыте. Вот сегодня 20 июня 2024 года, четверг. Вот как. Они вон сколько нарыли норта. Вот он как шел. Следующая нора, следующая. И так в огород. Это рядом тут, в оградке. Тут Нина Шатрина живет тут. Нянила. Лужкова. Алексей Загуляев. Вот это наша гостиница для приезжающих корреспондентов, фотографов. Тут они ночуют. Своим теперь ездить будет. И вот он как крот идет. Вчера я только здесь грядку сделал. Вот они идут. Вот сколько кущ. На каком расстоянии? На расстоянии 1 метра, 1,5 метра. Выглядываю. Вот он как. Вот лук. Вчера я вот эту 4 ряда прошел вон туда. На деревья смотрел. Вот. А он вот какую кучу навалил. А вот оно свежее. Прям сегодня, прям сейчас. О, а здесь чеснок. Он на чесноке кучу уже сделал. Вот такое дело. А Володя там куросается. А там Евгений трудится, спасибо Господи. Корона. Корова держит. Не стоит в очереди в городе. А это вот рядом Комогориха. Вода вот, видать, крещение где. Это издали я. Вот так. Это вот Роман Малыш тут строился, все бросил. С Украины вот эти люди одинаковые, похожие. Этот нацизм, это оправдано. Только что причащался неделю назад, приходит батюшка недействительный, корреспондент ваш не настоящий, земля это ваша. Ну то есть такую глупость, что... Никаких космонавтов никогда не было. Там вверху лед. Поднималась ракета, ударится, на землю падает. Ну, невежество. Еще тот с Украины как один. Все одинаковые. Вот. На своем языке. Нет этого отдельного украинского языка. Искусственно создают. Это Жириновский Владимир Вольфович объяснил. В плену были по 300, по 600 лет. Всякие языки там прилипли. Война, так война. Ну, если уже камп, то уже совсем не похоже. Во, как американцы, вот. Это уже не, здесь не пойдет. Это не язык, а искалеченный русский язык. Из-за него держатся, никто не понимает. Нигде ни в одном государстве ее не изучают. Не изучают? Как изучать-то, когда никто на нем не разговаривает? Свои только здесь. И всегда они, здесь украинцы, задаются как-то. Мы никогда не считали, что это другой народ, это русский народ, только вот на окраине, дальше нету. Ну, край российского государства.
И название то не такое. Да так никого нету.